Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Псалмопевец Давид. Поклонение. Воздайте Господу, сыны Божии, и воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гусли буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженные, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.